Сегодня в Москве проходит международный железнодорожный салон техники и технологий «Экспо-1520». Глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал на выставке и принял участие в пленарном заседании. Из Москвы передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Международный железнодорожный салон проводится уже в четвертый раз. Сюда съезжаются ведущие производители локомотивов и оборудования для поездов. Отрасль стала на путь глобальных перемен. В планах ближайших – ремонт и замена устаревшего подвижного состава. Только в этом году компания РЖД планирует закупить более 800 новых локомотивов. Причем ставка делается только на отечественных производителей. На самых загруженных направлениях должны появиться и двухэтажные вагоны. Не исключено, что поставят их на рельсы Горьковской железной дороги. Взяла курс компания «Инноинновация». Новейшее оборудование, универсальные пульты управления, комфортабельные вагоны класса «Люкс». Все это тоже представлено на выставке в Москве. У чувашской стороны на форуме были и свои интересы. Глава республики подписал соглашение с объединением производителей железнодорожной техники. Предприятия региона сотрудничают с партнерством уже 3 года. В ближайшую пятилетку с их помощью планируют построить высокоскоростную магистраль. Этот проект РЖД необходимо реализовать до 2018 года. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика, из Москвы.